гвардии полковник. Лично... У нас разведка работает хорошо, поэтому мы обладаем той информацией, которая находится за линией соприкосновения. Если вкратко говорить, есть такой генерал Галаганов, украинский, он командует силами специальных операций в Украине. Вот он создал 6 групп, инструктора там англичане. Провести диверсию в городах и поселках рядом с линией соприкосновения. Это водоводы, газоводы, электроподстанции, трансформаторы. А в последующем сделать теракт, назовем это так, как оно есть на самом деле, химические предприятия. As you know, what they call a quint discussion, so France, Germany, Italy, UK and the United States about this. And look, be in no doubt that if Russia were to make any kind of incursion into Ukraine of any on any scale, whatever, I think that would be a disaster for not just for Ukraine, but for Russia. It would be a disaster for the world. And the UK stands squarely behind the sovereignty and integrity of Ukraine.